Друзья, всем привет! Короче, засрали меня в видосе с Симкиным, где я делал отжимания на брусьях 40 килограмм, и еле-еле там выжил 40 килограмм. Ну, не-не-не, ну это на эмоции, брат, это чисто сила джедая. На самом деле это все было потому, что мы до этого делали зарубу с Дэном Саратовым, и я писец как устал. А сейчас, короче, ну примерно я месяц тренирую брусья, да, и я хочу вам показать свой результат с 40 килограммами на брусьях, сколько я сделаю на максимум. Но это еще не все. Мы еще будем делать на максимум подъем, строгий подъем на бицепс, и посмотрим, возьму я КМС, либо мастера спорта в подъеме на бицепс. Давайте начинать, погнали. Ну что, друзья, тут два блина у нас. Сейчас я попробую сделать больше 10 повторений, чтобы вы поверили, что я не днище. Чисто, чтобы я увеличил, блин, силовые. Ну что, поехали? Короче, 14 повторений, но так как передо мной зеркала не было, я не видел, какая у меня амплитуда. Амплитуда не совсем 90 градусов, но все же сделал не один раз, а 14. Это уже круто, да? Кстати, друзья, с 24-килограммовой гири у меня тоже результаты очень хорошо увеличились. Я никогда КМС не брал по брусьям. Я делал 24 килограмма гирю на где-то 23-24 повторения. 24 повторения это был максимум. А сейчас я вот недавно на прошлой тренировке сделал 24 килограмма гирю на 28 повторений. То есть я тренирую всего лишь брусья месяц. И сейчас я вам расскажу свою программу тренировок, на которой я прогрессирую. Если вы смотрите это видео, то это означает одно. Скоро Новый год. И я сегодня, прямо сегодня начинаю марафон видеороликов. И каждый день вплоть до Нового года я буду выставлять ролики. То есть 10 роликов подряд. Поэтому самое время подписаться на канал. Значит, теперь как строится моя программа тренировок по отжиманиям на брусьях. Я тренирую их всего лишь месяц. И за месяц уже неплохие показатели. Поэтому я решил поделиться с вами этой программой. Я тренируюсь 2 раза в неделю. Первая тренировка у меня тяжелая. Вторая тренировка легкая. В понедельник я делаю 6 подходов с 40 килограммами. Первый подход я делаю отказной. То есть 40 килограмм делаю на максимум. Обычно вот получается, да, 13-14 повторений. А остальные 5 подходов я делаю где-то на 90, на 80. 80-90% от максимума. То есть, что это значит? Это значит, что я 1-2 повторения не дожимаю. То есть, если я могу сделать 8 повторений, я делаю 7. Чем это нужно? Это нужно, чтобы центральная нервная система ваша не перенагружалась. Всегда в отказ работать плохо, поверьте. В пятницу у меня легкая тренировка, я беру 24 килограмма. Первый подход также делаю отказной на максимум, делаю вот как раз там 27-28 повторений, а именно остальные 5 подходов, тоже 6 подходов тут, я делаю также где-то 2-3-4 повторения, не доделывая. Именно в таком режиме тренировочном у меня мышцы восстанавливаются, и я могу тренироваться хоть 3 раза в неделю, но лучше желательно 2, чтобы мышцы реально капитально восстанавливали. А сейчас я буду пытаться выполнить норматив по строгому подъему штанги на бицепс. Моя категория до 67,5 килограмм, и мне получается на КМС нужно сделать 45 килограмм, а на мастера спорта 55 килограмм. Будем пробовать. Ну что, братья мои, начинаем с 33 килограмм разминочка. Это 43 килограмма, ребят. Ну что, друзья, 48 килограмм. Не знаю, я уже устал от брусьев, но попробуем. Не знаю, чисто было или нет? Или немного жопа оторвалась? Да, видос посмотрел, жопа немножко пошла, но это потому, что я как-то ноги неудобно поставил. Сейчас попробую 45 сделать. Все, меняем 2,5 килограмма на килограмм. Друзья, 45 килограмм, если я делаю 45 килограмм, то это КМС. Сбоку снимаю, чтобы они видели, что я не отрываю. Сейчас идеально было, да? Чего не оторвал. На самом деле, друзья, я когда на прошлой тренировке делал, я делал на сухую, не делал до этого брусья, я сделал 48 килограмм. Мы вот с Серегой делали, помнишь, да, я 48 килограмм сделал, а ты 50 с чем-то там. Было дело.
Ну, полегче, да. Серега еще раз 53 пробует. Ну, блин, такое. Не дожимаешь, да? Первый был, да? Вот, и, короче, сейчас, конечно же, из-за брусьев я немножко подустал. Силовуха упала, вот. Но все-таки 45 килограмм это КМС в любом случае. И это при учете, что это моя третья тренировка по строгому подъему. Сейчас, короче, в конце тренинга попробую сделать 28 раз с 24 килограммами. Вдруг не поверите, что я делал столько. Женек тот, кто его давно не видел. Вот вам. Короче, он готовится к соревнованиям. Давай с тобой запилим видосик, как ты готовишься. Ставьте лайк, если хотите. Ребят, 24 килограмма, чтобы все честно было. Вау, вот эта мощь, вот эта сила, вот это притяжение. Хотелось бы сразу же вам пояснить, вот сейчас видосик монтирую, почему я делаю отжимания на брусьях именно с прямым телом, а не с наклоном вперед. Потому что с наклоном вперед делать легче, потому что там работает грудь, а грудь она сильная. А я делаю на трицепс. Почему? Потому что у меня плечи слабые, когда я наклоняюсь вперед, естественно, задействуются очень хорошо плечи, и плечи мои не тянут, блин. Вот, поэтому я тащу трицепсом, и поэтому у меня КМС, а не МС. Ну что, друзья, вот и подошел этот ролик к концу. Спасибо, что его посмотрели. Я взял в строгом подъеме на бицепс КМС. По сути, взял и на брусьях КМС. Что-то там 25 раз нужно сделать, а я 28 сделал. Ну, нужно, конечно, почище с остановками делать, но этого я еще добьюсь. Вот, спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!